Зашли на территорию парка Шульгантаж. Это государственный природный биосферный заповедник. Нам дали памятку гостя. Вот здесь карта, план на стене. Вот карта. Ну, слушай, как мы здесь, мы на фотографии, на карте сохранялись, а не на этой. Я не пойму. Что там геополазание? У меня телефон сохраняется. Ну, это ничего, не разберется там. Да. А что там, мамонт, что где-то фотку? Дети, да. Не растягиваемся. Есть фотка мамонта. Пещере. Что в пещере? В самой пещере есть. Мамонт? Наскальный рисунок с мамонтом. Серега сказал, его содрали с какой-то пещеры, просто это нарисовали. Типа это древние люди. На самом деле это просто это под копирочку срисовали. Ну, вот такое вот, видишь? Да, да, это типа... Ну, фальсификация. Да, фальсификация. А как бы сам ЮНЕСКО, оно находится под этим. Вот, он говорит, а там, где настоящие вот эти рисунки, в те пещеры, вход закрыт, и туда не пускают. Это она и есть, просто она там далеко. Ну, в другие залы не пускают, вот, да. Которые там защищены, чтобы... А эти, да, это копир. А давайте пройдем. Зачем? Это энергоэффективный эко-дом. У него получается энергия, да, от солнечных батарей. Там, скорее всего, стоит какой-нибудь накопитель, который так вечером позволяет использовать эту энергию, которая накопилась за день. Ну-ка, что там сниму я? Энергоэффективный эко-дом. Первый в пределах особо охраняемых природных территорий России. Соответствует системе зеленые стандарты в строительстве по категории серебро. Минимальная загрузка на экосистему. Экологические материалы, биосептик, зеленая энергетика, энергия земли, тепловой насос, энергия солнца, солнечные коллекторы, комфорт проживания, рекуперация тепла, система теплый плинтус. Зеленые дома, .рф. А что у нас, кто этаж? Шульгантаж. Генеральный застройщик, город Уфа. Ништячок так. Да, здесь надо. Это классно. О, горячий, горячий, горячий. Что ты, хотела? Я ничего. Взять их? Лишнее тепло вот этот дом отпускает в землю, и потом дом, когда начинает стирать, он оттуда получает. Непонятно, это как он? Трубы там они... Специальное оборудование поставлено. Ну, то есть аккумулятор провода или тепла, да? Да, да, там? Это рекуперация тепла называется. Угу. То есть это что-то спрятано, наверное. И потом наверху у нас... На пункт управления где вообще центр? Это с той стороны. Посмотрите на это? Если администратор дома сможет посмотреть вот так. А вот на крыше это что? На крыше это для воды, он накрывает воду. Угу. То есть для душа, для мытья. А второй этаж покажете нам? Ну да. А как все это? А что, где ты живешь? А теплые полы? Ой, это теплый плинтус. Это получается, нет. Покажете нам, да, второй этаж? Пойдем. Он так приходит к тебе домой, да, ответил. Идем, покажется. Покажите, она очень интересно рассказывает. Покажите туалет. А у меня, да. Второй этаж. О, картинки. Синичка. О, балкончик. Он наверху, видите? Да. Половина этих там спрятана. Знаете, так приятно, то, что половина потолки высокие. Там. Это такое вообще... Это психологическая свободу дает, не сковывает. За нижний? За нижний идет, чтобы мансардную часть... А интересно, окна какие? Это деревянные.
Да, пластик, просто со стеклопакетом. Ну, стеклопакет, да, и пластик. Ну и фурнитура тоже там такая. Деревянный окон. Поворотный откидной механизм. Вот двери, посмотри, мы раскрыли. Да, вот он открыт. Вот он. В принципе, все то же самое. 70 почти, нормально. Поворотно-откидной. Тысячу? Денег. Берем. А больше 10 миллионов. Берем! Надо брать. И баню вот от Игоря за 35 косарей. Че уж там. Что-то все в разные комнаты так разошлись. Все, и выкладывают вещи уже там. Мебель, Зихе. Откуда ты знаешь? Занавески эти все. Шпанирная мебель. Это же вот он. А что, баню продаешь или Галек за 35 тысяч? Ну, за 32, по-моему, сказал, стоит здесь сруб баня. 32 тысячи. Дешево, кстати. Так, это к тому, что мы 50 отдали за неделю сплава. Да, поняли, к чему это было сказано. Баня как у него теперь. Да, да, да. Ну, срубом, говорит, извется. Что, на видео снимаешь? Наш дом? Это первый дом такой, да? Ну, для заповедника национальный парк это первый дом. А такой есть в Химском. А вот стены, чем обработка идет там? Это немецкая пропитка, эко, что-то там называется. Немецкая, да? Да, это краски все зарубежные, потому что у нас не имеют стандарта эко. Вообще так лаком пахнет дерево. Дерево он заселяется, да? Он чисто вот показывает, да? Нет, эту часть пока нельзя, потому что у нас экскурсовод сейчас меньше, чем положено. То есть это летом это для экскурсоводов, потому что у нас же сезонная работа. Внизу большой конференц-зал, это для мероприятий в пятницу, чтобы мероприятия. Ну, для гостей его, то есть. А зимой вот все дома у нас получаются на полностью на отопление, чтобы сэкономить электричество. Если человек туристы будет здесь остаться. А не было у вас идеи от электричества отказаться, от этого солнечного дома, то есть там крышу не только воду набивать, или поставить на крышу там? Ну, могу и потянуть что-то. А что, крупные потребители там, да, есть там? Ну, кроме кондиционеров, там что, сколько, на сколько киловатт? Если электроплита, инвестиционная. Он, конечно, полностью не обеспечивает, определенная часть электроэнергии берет, но он подешевле, чем... А канализация какого сделана? Там она тоже? А? Ну, я скажу. Недавно открыли, поэтому и слова-то не будет. Просто вот эту использованную воду он превращает в техническую воду. То есть тоже цикл запахов почти, да? Цикл, грубо говоря, да? Это научно. Несколько ям, у вас просто тут есть. Да, это для ретейта. Это не помню. На сайте на нашем, смотрите, у нас там